Все начинается с семьи. И любовь, и доброта, и умение бережно относиться к родным и близким. Именно в семье, когда знаешь, что тебя обязательно поддержат папа и мама, хочется рисовать, петь песни и танцевать. Заботливые руки родителей вырастят даже самый слабый росточек, отогреют и заставят цвести самый колючий кактус. Это так важно для детей, которые потеряли, а затем вновь обрели родителей в замещающих семьях. Концертная программа к такому важному празднику, как День семьи, любви и верности, одна из хороших традиций, которая существует в детской деревне Виктория. На сегодняшнем празднике мы, конечно же, приветствуем вас, уважаемые и дорогие родители. Те родители, которые отдают свою любовь и свое сердце не только своим родным деткам, своим кровиночкам, но которые нашли в себе силы, что смогли объять деток из других семей. Перед тем, как начался концерт, почетные грамоты и благодарности получили семьи, которые принимают активное участие в общественной жизни Армавира и для многих являются примером. Светлана и Евгений Герасименко День семьи, любви и верности отмечают каждый год. Дети поддерживают традиции, поэтому всегда готовят какой-нибудь номер для домашнего выступления. В этом году для участия в общем концерте специально сшили костюмы и выучили элементы фланкировки. В нашей семье мы всегда праздновали этот праздник. Когда мне дети стали заниматься творчеством, конечно, они стали даже нам с папой показывать свои творческие номера, но мы еще занимаемся в клубе. В Красной Поляне у нас хорошие руководители, и они нам помогают, конечно. Вот детки, мы, так скажем, взяли эту песню, Елена Геннадьевна репетировала из нашего клуба Красной Поляны, и мы немножечко здесь как бы доделали, мама уже что-то придумала дальше свое, и дети вот спели, репетировали, ну, немножко растерялись. В этом году концертная программа получилась яркой. Организаторы праздника, отдел по делам молодежи, управление по вопросам семьи и детства и администрация детской деревни Виктория общими силами постарались показать лучшие номера. Хотел бы отметить и сказать слова благодарности детской деревне Виктория, которая в этом году приняла 27 семей, которые опекают ребят, которые помогают им стать в жизни, получить образование, получить воспитание. И я думаю, что они являются символом семейного счастья не только в нашем городе, но и для всех жителей. Радостные улыбки, атмосфера замечательного праздника, когда все вместе и всем хорошо, открытки и сувениры с главным символом чистой и нежной ромашкой – все это вместит в себя детская память, чтобы потом, спустя много лет, точно так же рассказывать уже своим детям о том, насколько важно беречь семейные ценности. Лариса Юровская, Евгений Холманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».